7 сентября 1914 года. Такси ехало всю ночь. Анна гордилась, что помогает бойцам попасть на фронт. Когда Анна оказалась на месте, перед ее глазами предстала вся ужасная правда. Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы с вами снова в мире игры Valiant Hearts The Great War. Мы теперь с вами играем за Анну. И мы приехали на фронт. Это уже мертвый Марна, Франция, 7 сентября 1914 года. Мы можем кому-нибудь помочь, Анна? О, человек просит помощи. Давай. Пса у нас нет, который нам может помочь. Анна, давай, Анна. Давай. Не-не-не, живи, не умирай. Пивника с фляжечки, дружище. Ты выживешь. Нет. Давай, терпи, все будет хорошо. Понял, кнопки не те жму. И кнопки не те просто жал. Выжил. После наших неумелых операций он все-таки выжил. Он все-таки перенес эти тяжелые вещи. Прошло 7 месяцев. Анна, движимая состраданием, посвятила себя заботе о больных и раненых. Каждая спасенная жизнь была победой над войной, которая и не думала утихать. Нет, реально ужасные, конечно, события были. Это вот есть анимешка, называется «Босоногий Ген», по-моему, про то, про ядерную войну или про что там, типа как все детали показывали, как люди плавятся, горят, прочее, все вот это вот, и на глазах детей, и прочее, все там просто душераздирающее зрелище. Здесь вот то же самое, вроде в милой такой мультяшной цветной визуализации, то есть экранизации, но такие ужасные события они рассказывают, показывают. Кто? Кому помощь нужна? Ага, вижу. О-о-о. Сейчас, мужики, сейчас всем поможем. Вы, главное, держитесь. Кому-то надо ногу отрезать? Носки. Мы уже что-то пропустили. Вот она и пила. Ну что? Боже мой. Это ужасно. Это ужасно вообще, просто пипец. В Quake 4 это как-то все неестественно так. Так как-то, ну, по-варварски, а здесь с точки зрения помочь, блин, пипец. Не знаю, я, наверное, просто не могу это передать, так как это монетка. Смотрите, мы пропускаем просто дикое количество. Так, давай. Там просит кто-то костыль. Там просят воды. Тебе ходить, костыль нужен, понял. Мы здесь с вами не были. Поэтому мы и пропустили. Подожди. Пила. А пила у нас есть. Вот, письмо первое. То есть, наверное, это медицинский дневник какой-то. Хорошо, воды. Понял. Нам нужно поставить бутыль там. Ща. Терпите, все будет. Всем поможем. Мы поможем всем. Почему здесь труба моргает? А, ну понятно. Труба моргает просто потому, что
Под нее нужно, видимо, бутылку было поставить, да? Ну, сейчас мы нальем воды, напоим того измученного человека. Одновременно рядом с ним мы заберем снова пилу. Пойдем подпилим дерево, возьмем шарф. Промочи свое горло, засохшее. Товарищ солдат. Сейчас, подожди, дружище. Шарф. А кому же шарф нужен? Шарф вроде никто не просил. Этому нужен костыль. Подожди, этим мы уже помогли. Этому костыль нужно. Стоп. Пойдем спустимся вниз. Зачем нужно было вниз? Ага, письмо. И снова мы гребень еще не взяли. И еще что-то не взяли. Крест нужен. А шарф кому нужен? Тебе тоже нужно помочь. Держись. Ага, промахнулся. Живи. Живи. Все, отлично. Наш врачебный долг выполнен. На этом этапе. А шарф куда делся? А куда делся шарф? Мы ему намотали шарф. Вот эта девушка, вот эта женщина. Вот, представляете, да нет, да девушка. Хотя она такая, наверное, либо молодая женщина, либо уже такая... повидавшая жизнь молодая девушка. Девушка-женщина, в принципе. Человек, повидавший жизнь, он уже вовсе не тот ребенок, которым он когда-то был. Вот он, гребень. Человек, прошедший ужасы войны. Эти вот дневники. Так. Еще нужен костыль. Где нам взять костыль? Анна, где нам взять костыль? Скажи мне. Сюда мы войти не можем. Сюда мы можем войти? Не можем войти. Вот он, костыль. Мы ему вместо костыля лопату поставим. Будет человек-лопата. Очень полезный будет в полку в своем. Снова кто-то приболел. Кого-то ранило. Где? Во-во-во. Боже, в канаве. Дружище, как ты здесь очутился? Это ж нацист. Это же нацист. Ну, вернее, это не нацист, это германец, или по-другому немец. Донка! Видишь, он даже поблагодарил. Все люди! Французские офицеры говорили о Бельгии. Кажется, немцы собирались применить новое оружие у Ипра, родного города Анны. Папа! Анна немедленно отправилась предупредить отца. Когда она добралась до города, тот поприветствовал ее ревом сирен. Ну, чего стоило ожидать? Вот они, русские, здесь побежали. Здесь уже властвовал смертоносный газ.
22 апреля 1915 года и про Бельгию. Да. А нет, можно и бегать, и не бегать. Там кому-то помощь нужна. Пойдем, конечно. Девочка потеряла брата или отца. Нам надо в дом зайти. А, вот. Давай, Анна. Побежали. Давай, живи. Тебе нельзя умирать. Счастье какое. Ну что, будешь жить? Будет жить. А что это нам дала? Маятник. Мерси. А, это она мать. Мать потеряла. Мать долго дышала газом. Вперед нельзя, там газ. Стоп. Нет, мне показалось, то, что там что-то есть. Это наверх. Мост не сломался, это хорошо. Запчасти. Нет, это нам с вами не помогает. Здесь у нас что? Нам надо наверх. Ага. А зачем сюда? Спрошу я. Непонятно, не понял. Ёшкин-матрёшкин. Ну, конечно, не работает, деталей не хватает. Большая шестерня. Малую вот сюда нужно, все правильно. И еще... Стоп. Вот эту большую надо поставить. Не понял. Да. Все правильно. Анна, бери. И она должна встать вот сюда. А маленькая вот сюда. Вот. Давай. Все, мы наладили. Проломить надо было, боже. Я думал, ну хотя там сирена же работает, да? То есть как бы уже предупреждать людей не надо. Выбирайтесь из подвала, выходите скорее. Система интересная, в подвале отключается, вернее, из подвала открываются ставни. Скольких мы людей с вами уже вылечили сегодня? Ух ты, с ногой у нее что-то. Вывих. Ну что? Все хорошо? Живи, мой друг, живи. Мерси баку. Сломанная трость. Это можно сломать? Нет, нельзя. Нам нужно в окно, видимо, выходить. Мы как раз-таки газовый снаряд обошли. Нет, подожди, нельзя выйти сюда. Значит, нам нужно просто
обратно идти. Выходит так? Да? Дальше идти нельзя. А что же тогда делать? Как пройти дальше? Здесь мы помогли. Может быть, мы здесь еще кому-то не помогли? Мы сюда не ходили. Я там помог всем. Может быть, мы в эту сторону не сходили? Анна, что происходит? Ипр, город в руинах. Бельгийский город Ипр, правильное французское название, которого солдаты-англичане так и не смогли запомнить в годы войны, имел ключевое стратегическое значение. Через него проходили важнейшие дороги, железнодорожные и водные пути. Уже в 1914 года Ипр стал подвергаться почти непрерывному артобстрелу, а в 1915 году немцы произвели в его окрестностях химическую атаку. К концу войны центр города и его величественный кафедральный собор были полностью превращены в руины. Ужас какой. Технологии в действии. О, аэропланы. В начале 20 века технический прогресс значительно ускорился, а широкое применение техники в военных целях еще больше увеличило его темп. Боевые самолеты, дирижабли, танки и подводные лодки стремительно совершенствовались. Кроме того, огромный шаг вперед был сделан и в сфере медицины, особенно в хирургии, медицинской гигиене, радиологии. Так, благодаря открытиям Марии Кюри, которая лично работала с оборудованием, рентгенологическое исследование прошли тысячи раненых солдат. Вот так вот. Там я просто, видимо, что-то недопонял. Мы мужика вылечили. А надо было как-то, видимо, в окно попасть. Да, вот там мы должны были выйти. Там, скорее всего, дверь я не заметил. Есть же вот просто очертания. Скорее всего, вот здесь в подвале была дверь. Нет, не в подвале. Вон она, дверь, прямо рядом с мужиком. Мы от нее убежали. Ёпти-мопти, ну как так можно было, а? Ну так нельзя было делать. Внутри сохранение прямо здесь сразу. Еще руины. Все разрушено. А вот она и пресловутая газовая атака немецкая. И рычага, мать его, нет. Да так, все развалено, они еще бомбят. Ща. Нет, вначале нам нужно помочь ей. Нет. Сейчас все будет. А это наш дом. Фотография ее отца висит на стене. Вы видели? Я вот заметил. Не паникуйте, пожалуйста, мадам. Ночной горшок. Или это чашка для кофе? Что же делать? Вот он и ключ. Хитро. Очень хитро. Здесь нет ничего. Значит, мы идем вот сюда. Подожди. А чего ключик? Ключики. Спасти. Как же эту женщину спасти? Алло. Как ее спасти?
Нет доступных подсказок. А как же быть? Нам надо как-то ей помочь. Ну как? Как тебе помочь? Скажи мне. Подскажи, пожалуйста. От чего-то ключи. Нет, нам все равно сюда придется вернуться, поэтому мы, в принципе, с вами, значит, пойдем дальше. Скорее всего, мы сможем ей помочь на обратном пути. Терпите, терпите. Все наладится. Да, точно. Это что? Это типа бинокль. Очередная картина, и за ней ничего нет. Странно. Ага. 3-8. Запоминайте цифры. 3-8-1-4. 1-4. 2-6. 2-2-1 чего-то там. И, короче, здесь первое 2-6, второе 14. 2-6-14. 2-6-14. 2-6-14. Все, 2-6, 2-6, 2-6-3. Господи, что я туплю? 2-6-3. Первые римские цифры вообще реально пошли. 2-6. А, все по порядку. 2-6-1-4. Я думал, их надо как-то по порядку. 2-6-1-4-3-8. 2-6-1-4-3-8. 2-2-6-1. Подожди, 2-6-1-4. 2-6-1-4. 2-6-4. Нет. 2-6. 8. 2-6-8-3-8. Давай пробуем 2-6-4-1.
2, 6, 4, 5. Нифига непонятно. Это я вижу. 2, 2, 6, 1, 4, 3, 8. Ну? Ну, не работает? 2, 6, 1, 4. Может, не в ту сторону просто? 2, 6, 1. Это как-то странно на самом деле. Ну-ка, давай вторую подсказку. Я не могу вообще врубиться. Там типа поезд. Здесь книга, а здесь свиток. Здесь они типа по цвету разделены. Все правильно. Два, один. Ну давай пробуем 2, 1, 3. Вот просто тупо сработает. Нет. Ну-ка, если 648 попробовать набирать. 648. Нет. Четыре, шесть, восемь. Настолько все просто. 4, 6, 8. Попробуем. 4, 6, 8. Да ну нахрен, ты серьезно? Я не верю. А как? Типа, чтобы циферки арабские, что ли, совпали? Римские не нужны? Так что ли? Господи боже мой, 4, 6, 8. Это, короче, для дебила загадка. Я что-то ее не вырулил. Римская цифра 1 – это какую первую надо ставить. Римская цифра 2 – это цифра, которую вторую надо ставить. Римская цифра 3 – та, которую надо третьей ставить. Ядрить твою налево. Вообще жесть. Анна, ну мы с тобой и тупим. А это лаборатория ее отца, изобретателя, инженера. Вот она, газовая машина, которую мы вначале взламывали. Ну, в смысле, не взламывали, а взрывали. Ломали, разрушали. А это рычаг, да? Нет! 2 хлор плюс H2O. Или я не успел что-то прочесть. Это лаборатория ее отца. Не то, что даже лаборатория, а мастерская. Вот он, рычаг. Что это был за звук? Да, игра вообще обалденная, конечно. Нет слов. Блин, ну с этим кодом так затупить, это просто трэш. Кстати, скорее всего, нам с вами надо будет... Опять бомбы пошли, да что ж такое, вот. Анна, побежали. Скорее. Ну, она просит помощи или нет?
Там бомба потолок, скорее всего, пробила, и теперь можем к ней добраться. Мне почему-то так кажется. Давайте проверим. Теорию всегда надо проверять. Нихера подобного. Нихрена подобного. Скорее всего, она погибнет. Мы не смогли ее спасти. Я не знаю, что не так. Просто тупо не понял вообще, как туда попасть. Ну реально. От слова совсем. Может быть, на каком-то подъемнике сейчас поднимемся мы с вами. Понял. Нужно будет отойти туда во двор, взять гранату, забросить именно туда, вот где бомба лежит. Все в газе. Бляха. Давай, 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 скорее. Вот. Я бегу на помощь. Живите, живите, мадам. Ну как? Нет, она в тяжелом состоянии. Какие сложные комбинации. Ну что? Как там? О, какое облегчение! Гувернантка рассказала ей, что отец, талантливый ученый, был похищен бароном фон Дорфом, одержимым идеей поставить науку на службу войне. Анна отправилась искать барона. По пути она встретила Эмилию и Фредди. Вот они как встретились. Сама судьба свела их вместе. Они пережили ярость врага, его пули, бомбы, газовые атаки. Отец был совсем рядом, и Анна не могла позволить себе его потерять. Они же терпят как раз крушение, точно. Ну такое, не знаю, мне кажется, что там никто не мог выжить. Это только чудо, реально только чудо. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, мы сегодняшнюю серию закончим. Благодарю вас за внимание, не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны, включайте все уведомления. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, и мы с вами обязательно увидимся в следующих сериях прохождения игры Valiant Hearts The Great War, других прохождениях, трансляциях и в паблике ВКонтакте. Всем удачи и до встречи!